Всем привет! Сегодня буду собирать лисички, потом пожарю, посмотрим, есть ли ягоды. Уже 9 июля, в лесу комфортно, ветерок, комаров нет, температура около 20 градусов. В общем, будет хорошо. Лисички буду собирать в конкретных точках, так как я знаю, где они здесь растут каждый год. Поэтому терять времени зря не буду. Просто объеду эти точки. Лисички уже есть, так что результат точно будет. Но какой он будет, посмотрим. Подъехал к первой точке, тут можно посмотрим. Хорошо. Ух ты. Так, хорошо.
Так, на второй точке было пусто. Это третья точка. Вот еще одно грибное место, уже четвертое по счету. Здесь были найдены первые лисички этого сезона. Тут маленький кусочек, только вот по этой тропинке, где растут лисицы. Наверное, ну, если еще здесь вот могут быть. Наверное, здесь все. Ну, сейчас пойдем в ту сторону. Там этот весь большой фрагмент был когда-то засажен лисичками. Усыпан, скажем так, лисичками. Посмотрим, что там сейчас. Просто лес уже вырос и грибов становится меньше на старых местах. Так, ну вот еще одно хорошее место.
Ну вот столько лисичек я собрал. Грибов еще мало, лисички маленькие. Пусть подрастают. Пожарить мне этого хватит. Благодарю за просмотр, подписывайтесь на канал, на этом всем удачи и пока. Пока-пока.